Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». У нас все еще продолжаются ковидные ограничения, поэтому в ресторан толком не сходишь. А уже хочется, сознаюсь честно, стрескать такой, знаете, сочный бургер. Так что я решил приготовить такой самостоятельно. Вчера в магазине выбрал такой хороший кусок говядины. Мне его прокрутили через мясорубку, и сейчас я себя порадую. Угли надо раскочегарить. Начну с приготовления заправки. Понадобится зубок чеснока, мелко нарубленный. Понадобится чили-перец, тоже мелко нарубленный. Немного маринованного халапеньо нарубить. Маринованных огурцов, также мелко. Зелени. Ложку сладкой горчицы сюда. И сметаны побольше. И перемешать. Вот так. Отлично. Вкуснямба. Знаете, такое сладко-кисло. Острая свежесть такая, после которой все равно остается такое согревание, такое изжение. Острота чили-перца, острота халапеньо, кислота халапеньо, он маринованный. Такие вкус классный, вот этих вот кисло-сладких маринованных огурчиков. Чеснок, опять же, сметана все это дело сглаживает. Ну, короче, я не знаю, как это объяснить, но это вот патогенная заправка. Теперь начинка. Бекон нарубить кусочками и обжарить. Красный сладкий перец, это сладкий, тоже нарубить помельче. И смешать с натертым сыром. Сыр берите, какой вам нравится. Что тут с беконом? Отлично. И немного готовой заправки сюда. С начинкой разобрались. Остается вылепить бургеры. Фарш надо приправить солью и перцем. И смешать все. Теперь выдавим стаканом ямку для начинки и начинку в каждый бургер. Отлично, теперь их можно будет оставить в холодильнике на пару часов, после чего отправляем на гриль. Готовить такие бургеры нужно на непрямом жару. Температуру в гриле поддерживаем на уровне там 170-180, ну край 200 градусов. Я на решетку положу эдакий вот специальный коврик. Если возиться с котлетами, то на нем удобнее, чем непосредственно на решетке жарить. Каюсь, булки буду использовать магазинные. Лень сегодня с тестом возиться. На самом деле, такую штуку можно прекрасно и в духовке приготовить. Просто сегодня денек такой хороший, облаков нет, солнышко светит. Почему бы на улице этим делом не заняться? Так,
долгожданный момент. Как я ждал этого момента, вы не представляете себе. Обалденная, сочная говяжья котлета с сырной начинкой, со сладким перцем, с вот этой обалденной заправкой, которая острая, с кислинкой. Чудо, просто чудо. Еще бы булки домашние, вообще была бы красота. Вот такие бургеры. Бургеры из правильных мест я люблю. Всякие там Макдональдсы, Бургер Кинги, нет. Это мимо кассы. Вот такие вещи в правильных местах, в правильных бургерных. Это чудо. Слушайте, готовьте. Хотя бы даже и в духовке. Будет здорово и классно. Все, я буду доедать за кратом эту сырно-мясную котлету классную. Огромное спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за лайки и дизлайки.